привет, доброе утро. Окно в Европу. Погода замечательная. 10 часов, пора идти на работу. Да. У нас здесь не проспишь, как говорится. Каждый час звонит этот колокол. Там в церкви. Но к нему настолько привыкаешь, что потом даже не обращаешь внимания. Хотя, конечно, если... Ночью нет, ночью не включают. 8, по-моему, включают. То есть, если после ночи бум-бум-бум, туда ты освоишь и почувствуешь. Смотрите, какой фикус. А у меня ни хера не фикус. Не растет. Ходишь его, лелеешь, а он никак. А этот вон, как его каждый раз обрезают, он все равно растет и растет. Ладно, пойдемте работать. Про белые розы, желтые тюльпаны. Хорошая песенка, правда, у Димы Билана? Кто слушал? Я уже дома сделала себе картошку в микроволновке. Вот, одна штука. Вот это, кстати, типа баклажан кабачковой икры получилось. Но она такая вкусная, что я просто офигеваю. Я не помню, как я ее делала. Вернее, я помню, но и какие специи клала, потому что ей вкус дают именно специи. И вот три сосиски сделала. Они копчененькие в Лидле покупала. Одна, естественно, пойдет для Чарли. И две мне. Так что вот так. Приготовила себе сериальчик уже. В общем, буду у меня... Будет отдых такой послеобеденный, как и положено. Так что всем приятного аппетита. Хочу наконец-то разобрать. Так солнце светит, ужас. Вот эту штуку. И достать. Там у меня кресло есть пляжное. И позагорать. Ой, сейчас чихну. В общем, приступим. В общем, это мой матрас. Надо его хорошенечко еще отмыть. Я им пользовалась, не знаю, года два назад. Вот, оставлю это пока так. Все-таки крышу надо сделать. Потому что если я захочу взять стулья, они вон, они их легко и взять. И в общем, легко их взять оттуда. А вот это мусор надо выбросить. А это у нас барбекюшница маленькая. Я ее хочу... Ну, не я. Надо тоже ее собрать. И, знаете, поставить куда-нибудь. И если мы захотим... Для барбако. В общем, если мы захотим когда-нибудь сделать барбекю, то можно сделать там. Так, это мой зонтик пляжный. И вот это вот надо в мусор вынести. Надо сначала пакет принести большой, чтобы все это выбросить. И все. Ну, хотя бы так разобрала немного. Вот, сейчас пакет возьму, выброшу. Как говорится, лед тронулся. И сейчас мы пойдем с Чарли гулять. Такая там терраса горячая, страсть. Ой, как темно тут. Он вот отдыхает, ему по барабану, что люди трудятся, а он вот отдыхает, понимаешь ли. Еще жарко, очень жарко. Время всего 5:30, поэтому где-то 6:30 вот так пойдем погуляем.
Или даже в 7. Еще я тут обувь приготовила, тоже надо сейчас убрать. В общем, так, лежишь, встаешь, лежишь, встаешь. Не все же лежать-то. Чарли не особо нравится, поэтому потите, поэтому я его веду на поводке, потому что он когда боится, он втопит, и ему по барабану. Он вот вперед бежит, и что там я его зову, или что там не успеваю за ним, ему по барабану. Поэтому, чтобы он никуда от меня не убежал на привязи. Вот, кстати, магазин, в который я купила свой комод, или как там его назвать. А видите, по той стороне вот мы шли. Ну, вон там мы уже завернули. А гуляем мы по этой стороне. Потому что мы потом вон туда пойдем. Кругаля наводить. Вообще скучно. По одному и тому же маршруту каждый день вообще. Хотя у меня тут 3 маршрута. И пляж. Но все равно как-то одна... Как это? Однообразие надоедает, что ли. Сегодня вообще жарко. Сегодня вот прям летний испанский день. Такой хороший. Не жаркий, вот особенно, чтобы жара. Он вот такой прям пляжный, можно сказать. Можно было бы даже на пляж съездить. Вот, ну. Так что все налаживается, и погода тоже. Приду, наверное, сейчас домой, вся в мыле. Ну, как всегда, в душ полезу. Такие вот у нас дела на ночь глядя. Потому что действительно на ночь глядя, время 8. Видите, там всякие живность. Гуляем, в общем. Не знаю, чего он так боится. Тут ничего нету. Никаких животных, никого нету. Ну, может быть, 2-3 человека встречу за всю свою пешую прогулку. Люди здесь просто попозже выходят гулять. Это мне 8. Но солнце, видите, высоко еще. И как бы... Мне, я нормально жару переношу. А вот которые гуляют, там спортом занимаются, они попозже выходят, когда уже не так парит, солнца нет. И занимаются спортом. Ну, а я попозже не. Я попозже уже хочу дома лежать и отдыхать. И ничего не делать, и готовиться к завтрашнему рабочему дню. А так иначе... Ой, там собак бегают. Надеюсь, дырки никакой нету, что я смогла выбежать. Ее сроду никогда не было, сейчас собака есть. Вообще здесь полиция, ну не как полиция, охраняют. Не собаки, конечно, а вот специальные охранной службы, и вот они охраняют все вот эти вот черемои и все поля. Блин, страшно. А, там он с хозяином. Слышу мужские голоса. Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, голос спрашивает строго. Тут, кстати, уточки. Уточкой по зернышку кудах, тах, тах. Есть. А вот это теплицы. Там, наверное, помидоры черри выращивают. Немного о жизни черепахи. Она нормально себя чувствует. Одна из них. Есть черепах много. Там люди рыбок кормят. Или там такие рыбы, наверное, караси. Ой, все, уплыла черепаха. Такие вот дела. Здесь в парке хорошо. Ну, смотрите, сколько. Как их назвать-то? Мой король устал, лежит, отдыхает.
Отдыхает мой король. Король мой. Да. Мой король. Король. Ой, пузяня моя. Ты какой король, а? Сладкий такой, классный. Его и не видно с этим. Слился с покрывалом. Да. Я там такой салат забацала. Огурцы с мясом. Я как-то раньше делала. Очень вкусно. Мне очень нравится. Такая вкусняшка. Так что на завтра у меня суши есть. Я завтра дома одна обедаю, поэтому у меня суши есть. И вот такой салат забацала. Посмотрите, какая прелесть. Вкуснятина. Вы делаете огурцы с, ой, с это, такой вот салат типа корейских огурцов с мясом? Я как-то увидела по интернету, мне это очень, ну, идея как бы, ну, скажем так, заинтересовала, да, чтобы свежие огурцы с готовым мясом, как-то думаю, что-то как-то не знаю, странно, да, звучит. Но как, ну, я люблю все корейское и решила попробовать, это такая вкусняшка вообще. Вкусняшка, вкусняшечка. Вот, я уже почти все смонтировала. Телевизор посмотрела, по телевизору вообще ничего нету. Не знаю, никакого ни фильма, передачи какие-то дурацкие. Ой, и сериалы, и вообще. И если какое-то кино начинается, то оно начинается без 15:11. Здрасте, приехали, а в 12 я уже спать ложусь. В общем, непонятно. В общем, вот этот цветок, ну ничего, он отойдет. Он немного у меня высох, подсох. Это вот за то время он даже день не стоял на балконе, ну, он на террасе наверху. И вот так вот, видите, весь сгорел, какая жара там. Я не знаю, почему там палит так солнце. Тан-тара-та-тан. Так, вот видите, прям сухие есть листья. Вот наши птички поют. Птички, не кричите. Ой, на улице прям хорошо. Там вот самолеты в Малагу, наверное, летят. Там. В общем, лето. Ах, лето. Мне даже сегодня дома было немного жарко, представляете? Удивительно. Эти тоже от тяжести вот так они скрючились. Мои цветочки вам на ночь. Так что вот такие вот у нас дела. Пойду я сейчас красоту смывать. Я еще в душ не сходила. Я пришла сразу салат делать, чтобы, знаете, желание не пропало. А думаю, у меня суши есть, но что-то как-то их маловато. В прошлый раз у меня салатик был. Вот так вот нализывает себе лапы. Может целыми днями вот так вот заниматься вот этим делом. Еще и причмокивает. Чарли, я его ругаю. Потому что он вылизывает, вылизывает. Я думала, что у него там может быть, знаете, аллергия какая-нибудь. Или еще что. Нет, просто он такой у меня чистюлик. Потом он пойдет на пупок вот так вылизывать. Если на моей ноге лежит, может на ногу мою перейти. Лизун какой-то. Ой, ладно, всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами до завтра. Завтра? До завтра. Ну да. Всем пока, до завтра и встретимся завтра. Пока-пока!